Протон атома водорода стал пульсировать. Нелли смогла в нем дышать. Вслед за протоном все ее органическое тело стало приобретать формы. Атомы поменяли вращение. Скорость времени приобрела все частицы ядерной оболочки, и ультракрасный свет ярче засиял по всей галактике. Нелли воплотилась уже на Земле, вне корабля. Черная дыра пропала, космос закрыл дверь. На месте черной дыры появилась звезда. Она как бы говорила: «Ли, ли, ли», пульсируя тихо, можно было услышать ее вибрации. Разбрызгивающее жидкое магнитное поле было единым, идентичным с Нелли. На Земле появилась другая органика. Нелли светилась чистой прозрачной энергией синего мягкого цвета. Галактический совет зафиксировал в мозге Нелли, в гиппокампе, новое чувство, открытый отдел, отвечающий за память, импульс, идущий к нейронам и посылающий музыкальные гаммы в ритме вальса. Бесстрашная Нелли прошла весь путь, весь заданный путь успешно. Эксперимент перемещения был сработан. Рич вернулся в свой рабочий кабинет к далеким от Земли созвездиям. Орион и его небожители встречали, аплодируя стоя. Все поздравляли с успешно выполненной работой, только глаза его наполнял непонятный матовый оттенок. Он скрыл свои слезы от всех, и жгучая боль утраты переполняла его сердце. Там, в тимусе его центра, живет Протей. Там он может отслеживать мысли своей Нелли. Они будут общаться там, в его сердце, телепатически. Он обессиленно валился в кресло и крепко уснул.